привет, любители ароматного табака. С этого вот замечательного вида колокольни мы начинаем нашу небольшую экскурсию по замечательному городу Костроме. Мы находимся на центральной площади города, которая называется Сковородка. Площадь устроена по принципу очевидных ответвлений, то есть, ну, как большинство городов, в том числе и Москва, то есть вот центральная площадь, и от нее расходятся лучами улицы. Вот это здание, если я не ошибаюсь, по-моему, филармония. Очень красивое здание 18 века. Площадь вообще исполнена в едином стиле. Очень приятное впечатление создает. Единственное, что долго добирались, уже немного стемнело, но от этого город не потерял своего очарования. А это, дорогие друзья, знаменитые торговые ряды костромские. То есть сохранилось, ну, практически в немногих городах вот в таком виде сохранились только в Костроме. То есть есть еще других в Суздале, но там их гораздо меньше. Здесь видите, вот там вот, ну, вот в торговых рядах продается сыр. Ну и, в общем-то, по большому счету сейчас это просто магазинчики. Но тем не менее, очень интересно. Так, друзья, мы в центре торговых рядов. Уже ничего не работает. Хотя, в принципе, нет еще и семьи. Это типичная провинциальная психология. Все закрывается очень рано и открывается, соответственно, тоже все очень рано. Друзья, посмотрите, какая красота. Сводчатые потолки. 17-18 век. Вот, друзья, центральная улица Костромы, улица Советская. Наверное, скажем так, одна из центральных улиц. Типичный купеческий городишко. Такими вот домами, нижний этаж каменный, наверху внизу магазин каменный, а наверху деревянный домик, где, соответственно, жил купец. И таких домов практически целая улица. Ну, попадаются еще особнячки уже таких более-менее богатых кусков или мелких поместных дворян. Вот что-то вот типа такого. Вот такой классицизм. Достаточно атмосферный, интересный город. Так, друзья, центр города, памятник Ивана Сусанина. Как известно, Кострома у нас родина Ивана Сусанина. В центре города вот такой замечательный памятник ему установлен. Друзья, мы приехали в Ипатьевский монастырь города Костромы. Друзья, Ипатьевский монастырь – это вотчина Романовых. Отсюда их позвали на царство. Смутное время. Но здесь уже много очень после надстроено. Что-то 17 века, что-то 15-го. Постройки переплелись, все в едином стиле. Очень интересно. Друзья,
друзья, мы в палатах Романовых в Батюшинском монастыре. Это самое интересное, что я здесь нашел. На самом видном месте висит. Так, друзья мои, экспозиции монастыря. Это ворота, выполненные техникой огненного золочения. На ворота наносилась ртуть вместе с золотом. Потом путем нагревания ртуть испарялась, и золото оставалось. Вывести такое золото практически невозможно, но при такой технике мастера очень рано умирали. Поэтому долговечность, как вы видите, тикая, но цена такой долговечности в человеческой жизни. Обратите внимание, до 18 века православие сохранились элементы идолопоклонничества. Тоже яркий пример, очень красивый. Лично, по сути, что это как не деревянный идол. Друзья, великолепное золотое шитье. Видите, какая тонкая работа. Thank you.